Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 7 класса из учебника «Коровиной». Раздел «Древнерусская литература. Повесть о Петре и Февронии Муромских». Рубрика «Фонохрестоматия». Четвертый вопрос. Какие свойства человеческой натуры, черты характера прославляет повесть, а какие осуждают? Какими средствами выразительного чтения актриса подчеркивает, усиливает авторскую оценку душевных качеств героя? Ответим. Повесть прославляет любовь к Богу и человеку, кротость, благочестие, добросердечие. Осуждает повесть зависть, злобу, обман. Актриса передает авторскую оценку интонацией, паузами, усилением голоса в отдельных моментах чтения. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!